так долго. Блядь. До этого бежал, блядь. Так, давай бегом руку. Ой, это не ты, я чуть тут на ляжке был нарисован. А я думал, ты очкарик. Не. А чего у тебя это? Вконтакте ты очкарик. Да я очки разбил, блядь. А, теперь не очкарик. Да. А как тебя зовут? Денис. Привет, дорогие друзья. Итак, очередной выпуск «Клиент всегда прав». С нами жертва новая Денис, который хочет себе что-то вот подобное. Я согласился лишь по одной причине, потому что на пальцах бить гипонистически больно, особенно вот здесь вот, когда вот сюда будем заходить. Денис, сегодня мы сделаем тебе контур. Угу. Ты купил мне водку? Да. Ну не водку, а коньяк. Заебись. Слушай, ну ты же понимаешь, да, что это навсегда? Конечно. Что тебя на приличную... Блядская, блядь! На приличную работу тебя не возьмут. Может, ты будешь снят. Это кто делал? Там... Ну, понятно. Сейчас я пиздец. Ай, сука! Блядь! Бля, ёбаный рот, сука! Кстати, дорогие зрители, я, как всегда, очередной раз говорю, что татуировки на пальцах, на вот этих костяшках, да это похуй, что больно. Вопрос в том, что они поплывут, в 100% случаях они поплывут, они размажутся, часть вывалится. И, кстати, я понимаю сейчас всю его боль. Покажи мой ноготь. Недавно произошла травма ноги, и у меня теперь нету ногтя полностью. Кому жалко меня? Жалейте меня. Блядь. Ёп. У тебя был хоть раз секс с парнем? Нет. Ты гей? Нет. Откуда ты знаешь, если у тебя не было секса с парнем? Я хуй его знает. Вдруг это круто. Да ну нахуй, бред какой-то. Почему ты так считаешь? Не знаю, блин. Почему у тебя глаза голубые? Они мне не голубые, они мне зеленые. У тебя черные. Слушай, ну ты же смотрел выпуски Бомбер Шоу, да? Ты понимаешь, что это такой комментарий читал? Да. Ну ведь все говорят в один голос и пишут, что я бью одни портаки. Так нахуя ты пришел ко мне, почему? Мне похуй, блядь, что бить. Ну ты хочешь именно просто забиться говном, или ты пришел? Вот просто это выпуск, ой, выпуск, вот этот вопрос, мне кажется, он волнует, ну, большинство сейчас зрителей. То есть нахуя люди ко мне идут? То есть, ну, по сути, можно пойти там к хорошему качеству, ну, просто тупо поржать. Да. И, опять же, ебальничек засветить по телевизору. Да, именно. Я ответил на ваш вопрос, хейтеры? Красавица на весь YouTube, блядь. Представляете, да, что у меня в руке? Это, как это называется? Это называется лук. Сейчас, сейчас отпущу стрелку. Итак, третий палец пошел. Блядь. Четвертый палец. Еб... Мать. Куда денется? У тебя есть интересная, блядь, очень мокро. У тебя есть интересная история с детства какая-нибудь? Там, как тебя отпиздили, например, или обоссали? Есть. Расскажи. Короче, блядь, я был пиздюком, блядь, в классе, блядь, в шестом, нахуй. Ага. Закинули мой портрет прям в унитаз, блядь. И чё? Смыли. Да пиздец. И чё, он смылся? Нет. И чё, в какашках был? В говне, в санине, блядь, это... Пиздец, блядь. Я а что ты им сделал? А? Что ты им сделал? Блядь. Сейчас выдумаю. Нет, не... Вспомню, блядь, чё. Заяву выдумать накатал. Чё-то такое. Вот мне, кстати, интересно, а если вот ты сам себе на ногу нассал, это считается зашкваром или нет? Чуваки, вот кто шарит? Все сейчас ходят там, ауе, хуё-моё. Как считаете, если ты ссышь себе на ногу, не потому что случайно, а потому что специально, вот, например, болит у тебя палец, мне тут говорит, насы себе на ногу. И я вот думаю, интересно, это зашквар по понятиям или нет? Слушай, ну вот такой вот вопрос, раз уж мы начали говорить про пидрасню, ой, про геев.
Скажи мне, как ты относишься к ЛГБТ в целом? Блять. Если ко мне не лезут, хуй с ним, пускай, блять, существует, блять. Угу. А так? Но. Ну, то есть, ты представляешь, да, если мужик мужика, как бы, ничего страшного, а девочка девочку, это противно или прикольно? Не, ну, девочка девочку, это, блядь, такое себе. Но это уже у тебя какие-то двойные стандарты получаются. То есть, если девочка с девочкой, это типа норм, а мужик с мужиком, это не норм. То есть, по-любому ты наверняка представлял, как ты, ну, когда дрочил, типа, ты такой, о, блядь, две девочки, там, или три, я не знаю, по-любому. Ну, блин, так, у мужиков бывает такое. Бывает, бывает. Вот, а почему же ты не представлял, что ты с мужиками, или представлял? Да, ну, ты чё, блядь, зашквар нахуй. Оператор все испортил. Я до последнего момента сейчас держал свою морду, чтобы не заржать. В общем, кстати, ребята, тема на самом деле такая насущная. А вот интересно ваше отношение, как бы, к геям, к лесбухам, ЛГБТ. Пишите в комментарии, что вы об этом думаете, как бы, и, ну, типа, зашквар, не зашквар, там, геи, заебись, лесбухи, плохо, или... Я вот, например, ненавижу, блядь, дураков всяких. А вот, как бы, ну, геи и лесбиянки, да мне похуй. Главное, чтобы они, ну, как бы, вообще не трогали меня никогда. Ну что ж, дорогие друзья, на сегодня мы закончим, потому что жертва не может выдерживать такой боли, и покраску мы перенесем на второй сеанс. То есть контур, как вы видите, достаточно приятный, все хорошо. Ну а я хочу на этой замечательной ноте пожелать вам отличного воскресного вечера, хорошего настроения, вкусного холодного напитка, который вы любите. Ну и, конечно же, желаю не забыть поставить лайк, там, ну, комментарий, подписаться на канал. Ну, на колокольчик. Шарит чувак на колокольчик. Всем пока!